Всем привет! Сегодня расскажу, почему не рекомендуется припаивать провода к контактам выключателей и других разъемных устройств. Умных слов говорить не буду, расскажу, исходя из своего личного опыта и наблюдений. Контакты выключателя могут очень сильно нагреваться. Если на работу самого выключателя это может никак не повлиять, то на припаянные контакты повлияет обязательно. Контакты выключателя могут нагреться до такой степени, что олово расплавится и провод отпаяется. Лично у меня был случай, когда контакт выключателя нагрелся до такой степени, что припой немного расплавился и проводок немного отпаялся. Он у меня был припаян вот таким образом. То есть он отпаялся и вот так вот болтался. Образовался плохой контакт и кнопка сгорела. Поэтому лучше купить вот такую клемму, которая стоит копейки, обжать провод и уже подключать его вот таким вот образом. Это намного проще, быстрее и безопасней. На этом все. Если был полезен, поставь лайк, подпишись на канал. И всем пока.